Причина повышенного внутричерепного давления. Внутричерепное давление у нас, чтобы вы понимали, череп, коробка, арбуз, туда только одна дырка туда входит, да, снизу, затылочное отверстие называется. Вот, туда сжаты все вены, все артерии, все там, все шланги, трубки, веревки и так далее, да, то есть, понимаете, узкое отверстие, вот, и туда все наши кабели втыкаются. А снизу первый позвонок, и вот эти два отверстия, они должны совмещаться. Вот, если одна, вот это вот, один этот твердый объект чуть-чуть сдвинется в сторону, там куча каналов будет пережата. Соответственно, если у нас жидкости поступает в голову или вырабатывается в голове, да, и оттуда затруднен отток, дырка уменьшена по причине смещения первого позвонка, то вот вам внутричерепное давление, вот вам водянка, вот вам гидроцефалия. И, соответственно, отсюда инсульты, головные боли, там онемение и так далее, и так далее. Куча-куча проблем. Соответственно, восстановите положение вот эти вот дырочек, чтобы там все проходы были свободны. И у вас каким-то чудесным образом, совершенно чудесным, без лекарств, безо всего, просто божественное вмешательство, да? И вдруг у вас вот этим чудесным образом все болячки исчезают. Просто как по волшебству. Я могу сказать, у медиков, у врачей обычно столько удивления. Как? Так, мы там делали снимки мозга, там МРТ. Что вы там сделали? Почему у него все нормализовалось? Да мы особо-то ничего не делали. Конечно, привели в порядок положение некоторых косточек. Все. Остальное все организм делает. Природа, она мудрая, она может привести в порядок все, что угодно. Главное, чтобы ей ничего не мешало.